Эти референдумы, они фальшивые. И я вас очень прошу, никогда не идите на это. Не попадайтесь на их удочку. Потому что вам это ничего хорошего не принесет. Не будет ничего. А вообще ваше отношение к этому? К какому? Референдуму? Да, да. Ну, бред, кто их узаконит? На каком основании они проводятся? Это все бред. Никаких референдумов не будет, и голосовать никто там. Некому. Все выехали, мы сами выехали оттуда. Остались одни пенсионеры, которым некуда ехать. Ну и какие тут результаты референдума могут быть? Эти референдумы незаконные. И вообще то, что оккупация, это наши все территории. И они будут нашими. Это все незаконно, и многие люди, которые за Украину, они не будут явно в этом участвовать. Никаких референдумов и вообще никого здесь не хочу видеть. Нам и так хорошо было. И будет хорошо. Я в этом уверена.